Все готово. Спасибо. Можно начинать? Да. Уважаемые товарищи, коллеги, слушатели наших лекций, мы продолжаем курс лекций, который начали мои коллеги по Центру современных марксистских исследований философского факультета МГУ. Мы продолжаем изучать классическую марксистскую политическую экономию и рассматриваем вопросы не только классической теории, но и с преломлением к проблемам капитализма 21 века. Итак, мы продолжаем наши лекции по логике, можно сказать так, по логике капитала. И, соответственно, сейчас я запущу демонстрацию экрана, чтобы подкрепить мою лекцию некоторыми слайдами, чтобы вам было более визуально понятны некоторые моменты. Давайте я начну, наверное, с первого слайда. Сейчас я постараюсь включить режим переключения начала. Еще раз представлюсь. Меня зовут Яковлева Наталья Геннадьевна. Я представляю Центр современных марксистских исследований философского факультета и Центр Института социально-экономического развития Института экономики Российской академии наук. Сегодня лекция у нас будет посвящена труду, капиталу и теории прибавочной стоимости. Эта лекция, она рассчитана на два занятия. И, соответственно, я начну, а на следующей неделе Александр Владимирович закончит эту тему. Я начну с классического понимания труда, капитала и прибавочной стоимости в капитале Маркса, а Александр Владимирович уже последует дальше, сделает шаги к сегодняшнему времени и покажет, как марксизм, марксистская политическая экономия изучает сегодняшние проблемы труда, капитала и каким образом это преломляется к сегодняшнему дню. Прежде чем начать вот эту тему, давайте немножко повторим предыдущие моменты, просто для того, чтобы вы немножко отключились от всего того, что вы сегодня услышали, увидели за сегодняшний день, что с вами произошло. Немножко снова постараемся погрузиться в капитал и в те проблемы, которые рассматриваются там, и, соответственно, теоретические вопросы и моменты. Вы вот все это изучали уже в предыдущих лекциях. Это просто рисунок, который показывает взаимосвязь основных элементов товарно-денежной системы. Я уже могу с вами разговаривать на одном языке и говорить товарно-денежная система, товарно-денежное хозяйство, потому что я знаю, что последняя лекция у вас была посвящена деньгам, что это такое, как они появляются, то есть то, что они вырастают, так скажем, из развития товарного производства, они берутся ниоткуда. Вы это уже знаете. Ну и так вот товарно-денежное хозяйство, вы видите, да, все начинается с товара. Вы уже знаете, что товар сам по себе, он противоречив, и он представляет из себя потребительную стоимость и стоимость. Соответственно, для появления стоимости, для того, чтобы произошел обмен и продукт стал товаром, необходимо приложение труда. Вы уже знаете, что в любом товаре, что бы это ни было, продукт, услуга или что-то иное, в любом случае, это продукт труда. В нем затрачен человеческий труд. Это все, то есть это то, что связывает все абсолютно товары, которые существовали во времена Маркса, которые существуют сейчас и которые будут существовать дальше, если будет продолжаться в каком-то виде капитализм. И, соответственно, рыночно-капиталистическое хозяйство. Но мы пока, кстати, о рыночно-капиталистическом хозяйстве не говорим. Мы пока говорим о товарно-денежном хозяйстве. А почему? Потому что мы должны сделать следующий шажок к капиталу. Как раз сегодня мы этот шаг и сделаем. Итак, труд. Вы знаете, что труд, который затрачивается для получения так называемой стоимости и потребительной просто стоимости, он, соответственно, тоже
противоречив. То есть в товаре заложена потребительная стоимость и стоимость. Для того, чтобы появилась потребительная стоимость, мы прибегаем к таким категориям, как конкретный труд и частный труд. Для того, чтобы объяснить стоимость как таковую, мы говорим об абстрактном труде и об общественном труде. Ну и вы тоже уже знаете, наверняка предыдущие мои коллеги говорили, что в самом рынке заложено противоречие. И это противоречие, оно существовало еще когда существовало просто товарное производство, товарно-денежное хозяйство, и существует в современном рыночно-капиталистическом хозяйстве. То есть, с одной стороны, на рынке действуют обособленные частные производители, но они действуют не просто сами по себе, они все-таки действуют в системе общественного разделения труда. И вот это противоречие, оно само по себе рождает рынок как таковой. И если мы одну из составляющих этого уберем, этого противоречия, причем диалектическое противоречие, то у нас не будет рынка, то мы уже не сможем говорить о рынке, не имеем права говорить о рынке. То есть убираем одно, например, обособленных частных производителей, то мы получаем только лишь систему общественного разделения труда, то есть плановое хозяйство, если в чистом виде. Если мы убираем другую сторону, общественное разделение труда, то тогда сами производители существуют сами для себя, не только производят на свой собственный страх и риск, но и производят для себя, то есть это натуральное хозяйство. Так вот, именно на этом противоречие то, что обособленные частные производители, независимые, работающие на свой страх и риск, но производящие для общества, то есть действующие в системе общественного разделения труда, это и есть рынок. Ну и вы уже проходили тему, как раз последняя тема. Мне Глеб Андреевич Маслов передал информацию, что вы поговорили подробно о деньгах, откуда берутся деньги, что такое деньги. И вы уже знаете, я просто на всякий случай, опять-таки для повторения, вынесла это на слайд. То есть вы теперь уже знаете, что деньги – это товар особого рода, потому что за именно деньгами как товаром закрепилась в определенный момент функция всеобщего эквивалента. То есть в какой-то момент выделяется товар, на который можно обменять все многообразие товаров, существующие на данный момент на рынке. Таким образом выделяется всеобщий эквивалент, который приобретает форму денег. Сначала это может быть даже совсем не копеечка серебряная или золотая, это может быть товары в виде зерна, шкуры животных, просто камешки. Но в итоге это все приводит к тому, что у нас появляются серебряные золотые монеты, потом уже бумажные деньги. Ну и Глеб Андреевич вам рассказывал о сегодняшнем бытии денег. Ну и еще очень важный момент, что деньги, они выступают как воплощенная стоимость. То есть если товары для того, чтобы из продуктов стать товаром и иметь стоимость, и они сначала должны быть обменены. То есть должен состояться акт обмена. Если это не происходит, значит, у данного товара, то есть у данного продукта, по сути дела, нет стоимости как таковой. Он может обладать стоимостью, которая полезна для потребителя, но стоимостью, которая как таковая проявляется в эквивалентном обмене, этот товар не обладает. И товары, они эту стоимость должны как бы закрепить только, то есть она закрепляется только в акте обмена. А вот деньги уже в своем бытии денег, они выступают уже как воплощенная стоимость. То есть их стоимость выглядит уже как заранее данная до вот этого факта обмена. Ну и закончили вы, наверное, тем предыдущую лекцию, что у денег тоже проявляется противоречие вот в бытие денег как всеобщего эквивалента и как воплощенной стоимости.
А это противоречие таково, что деньги количественно, то есть качественно безграничны. То есть мы можем любые товары, которые на данный момент представлены на рынке, приобрести, то есть обменять, да, если мы говорим о факте обмена, обменять на деньги. Но они количественно ограничены. То есть всегда хочется, как говорится, денег больше. То есть качественно мы можем купить все, а количественно это еще под вопросом. И поэтому это противоречие решается лишь одним. Необходимо самовозрастание денег. То есть рыночно-капиталистические отношения дальше могут развиваться одним путем. Если найдется способ самовозрастания денег. И вот как раз это тема нашей сегодняшней лекции. Итак, как деньги превращаются в капитал? Вам говорили на предыдущих лекциях о формуле простого денежного обращения «деньги, товар, деньги». То есть на определенные деньги мы покупаем, соответственно, товар, ну и дальше следующий идет акт и так далее, продолжается. Но, ну, кстати, вам на первых лекциях могли говорить товар, деньги, товар, это все правильно, но если мы продляем эту цепочку товар, деньги, товар, опять деньги, товар и так далее, и в какой-то момент мы из этой цепочки можем выбрать уже непосредственно денежное обращение. То есть вот этот вот кусочек этой цепочки, когда мы говорим о денежном обращении. Деньги, товар, деньги. Это простое денежное обращение. Но как я сказала, что вот это противоречие, то, что деньги качественно безграничны, а количественно ограничены, они приводят к тому, что необходимо получать деньги с приростом. Да и в принципе, если мы будем судить логику капитала, логику капиталиста, то деньги, хочется деньги именно с приростом. То есть в какой-то момент обмен одинаковых денег, и то есть получить деньги, которые ты вбросил в этот в обмен, недостаточно. То есть хочется получить все-таки большую стоимость. А как же это может произойти? То есть наверняка вы поняли с предыдущих лекций, что обмен эквивалентный. То есть в обмене мы можем получить лишь ту стоимость, соответственно, которую мы выносим. Может быть, конечно, не эквивалентный обмен, когда мы получаем, ну, может быть, обманывая своего контрагента, да, мы получаем большую стоимость, не эквивалентную, нежели выносим на рынок. Но тогда получается, это богатство мы получаем за счет чего? За счет того, что другая сторона акта обмена, то есть наш контрагент, он теряет. То есть мы приобретаем, он теряет. Получается, что богатство как такового мы, то есть не мы, а вот этот вот сам акт обмена, он не получает. И опять мы приходим к этой формуле. Деньги, товар, деньги. А хочется больше. А хочется разрешить противоречие денег. Хочется, чтобы они и количественно были безграничны. Это я, ну так, может быть, говорю немножко с зацепкой, чтобы вас зацепить, в смысле того, чтобы вы заинтересовались и начали размышлять. Это как-то в виде вопроса, может быть, провокационно немножко звучит. Но это действительно так. То есть нужно получить большую стоимость, чем, соответственно, мы ожидаем от эквивалентного обмена. И мы сейчас, зная развитие рыночно-капиталистических отношений, мы понимаем, что так оно и есть. Но как же вот теоретически понять, как получается этот ДТТ? Как получаются эти деньги с приростом? И вот Маркс, задаваясь этим вопросом теоретическим, он, я специально привела тут его цитату, владелец, сейчас, секунду, у меня немножко
Не видны мои слайдики. Все. Итак, значит, владелец денег должен найти на рынке такой товар, сама потребительная стоимость которого обладала бы оригинальным свойством быть источником стоимости. То есть разгадка вот этого дельта Т, значит, лежит, находится в каком-то товаре, который участвует в производстве и в обмене товара, ну, и, соответственно, в обмене товара любого. То есть, значит, владелец, как Маркс пишет, владелец должен найти на рынке такой товар. То есть нужно понять, а что же это за товар, который нам может дать дельту D. Ну, если мы говорим не только об обмене, но мы говорим о производстве. Если говорить в таком, ну, по-крупному, что участвует у нас в процессе производства. Вам уже, в принципе, давали тему, да, предметы изучения марксистской политической экономии. Мы знаем, что обычно это средства производства и рабочая сила. Соответственно, где-то там, или в рабочей силе, или в средствах производства должен находиться вот этот вот, вот эта вот разгадка. Разгадка получения дельта D. Ну вот сейчас мы потихоньку будем раскручивать эту логическую цепочку и находить эту разгадку этой тайны. Тайна дельта Т, то есть как получаются деньги с приростом и что же это за товар, который должен найти владелец денег для того, чтобы получать деньги с приростом. Итак, предположим, что этот специфический товар – рабочая сила. Вот я не говорю труд. Я просто знаю, что, возможно, наши лекции слушают разные категории слушателей. Кто-то, может быть, только начинает с нуля, кто-то, может быть, на среднем уровне, кто-то уже продвинутый уровень и сам может лекции читать. Но я должна ориентироваться на всех. Поэтому если будут какие-то определения, которые кто-то знает наизусть или кто-то читал, это банально, но, извините, вот мы ориентируемся в том числе на категорию людей, которые только что пришли к нам и начинают грызть капитал. Итак, почему не труд, а рабочая сила? Почему можно было сказать, наверное, труд? Но опять разгадка чуть позже. Еще раз повторюсь, то есть у владельца денег получается два выхода. Либо находить эту дельту D, в рабочей силе. Извините, пожалуйста, либо у кого-то включен микрофон, либо мне кто-то задает вопрос. Ко мне вопрос? Нет, значит, пожалуйста, выключите микрофон, у кого он включен. Итак. Либо это рабочая сила, этот вот товар специфический, который должен найти владелец денег, либо это средство производства. Вообще-то мы говорим о том, что заложено в каждом товаре. Естественно, в каждом товаре заложен труд. Но Маркс предполагает, что вот этот специфический товар, который дает дельту D, это и есть рабочая сила. Не труд вот как таковой, а рабочая сила. Что вкладывает в это понятие Маркс? Рабочая сила – это способность человека к труду. Далее чуть мы расширим это определение. Так вот, стоимость, которую получает владелец денег, мы назовем его капиталистом, стоимость создается только ли рабочей силой или создается, например, средствами производства? А вот стоимость создается только трудом наемного работника. Стоимость средств производства лишь переносится на конечный продукт. И так вот это надо зафиксировать, что, может быть, это пока сначала не очень понятно, но это надо зафиксировать, что стоимость в процессе производства создается только трудом. А стоимость средств производства, она является постоянной и лишь переносится на конечный продукт.
Ну и, соответственно, вся стоимость, которая получается в результате произведенного товара, присваивается, естественно, собственником, который является собственником средств производства и рабочей силы. Вот, теперь дальше делаем шаг дальше вот в этой логике. Так, сейчас, секунду, у меня что-то... Вот. Итак, стоимость рабочей силы. Значит, мы с вами зафиксировали, что в процессе производства, для производства любого товара, необходимо две составляющие – рабочая сила и средства производства. Стоимость производится рабочей силой, потому что в ней есть какая-то загадка, которая дает таки дельта D. Дельта D не может давать средства производства, потому что средства производства стоимость не производят. Стоимость самих средств производства, которые необходимы для производства, они лишь переносятся на стоимость продукта, ну и, соответственно, потом товара. Так вот, что касается стоимости рабочей силы. Значит, что из себя представляет стоимость рабочей силы? Стоимость рабочей силы – это средство, которое необходимо для воспроизводства рабочей силы. Для воспроизводства сил, соответственно, навыков. И, кроме того, сюда же также и Маркс в «Капитале», дальше его последователи, они говорили, что относятся для, то есть сюда относятся затраты для воспроизводства и себя, и семьи. Так вот, стоимость рабочей силы, она может отличаться от той стоимости, которую производит наемный работник. То есть вот этот вот момент, что работник может производить, по сути дела, стоимость, то есть продукт, и стоимость этого продукта больше, чем необходимо средств на воспроизводство его, то есть работника. Это было замечено еще не при капитализме, и не капиталисты это открыли. Это еще было в добуржуазной эпохе, когда, естественно, люди, которые были и рабами, и другими категориями работников, кто работал, и, соответственно, они могли производить за счет определенного времени стоимость большую, чем та стоимость, которая необходима для воспроизводства их как работников. Вот это очень важный момент, вот если вот это не уловить, дальше цепочка может потеряться, и можно не понять эту логику. Еще раз, рабочая сила, кроме свойства создавать стоимость вообще, то есть вообще стоимость создавать, то есть создавать стоимость может только рабочая сила, средства производства не могут. Так вот, кроме того, что рабочая сила и наемный работник может создавать стоимость, он может создавать стоимость большую, чем стоимость тех средств, которые ему необходимы для воспроизводства себя и своей семьи. И вот этим моментом пользовались как в добуржуазные эпохи, так и, естественно, в капиталистической системе, но со своим акцентом, при капитализме я имею в виду. Так вот, разница вот той стоимости, которая необходима, то есть стоимости продукта, который создает работник, наемный работник, рабочая сила его, то есть стоимость этого продукта, она больше, чем, по сути дела, необходима стоимость и средств на воспроизводство себя. Куда девается другая часть стоимости, которую он может произвести больше и производит? Эта разница, естественно, она присваивается собственникам капитала, то есть собственникам средств производства и собственникам как таковой рабочей силы. Вот она-то как раз и есть сама прибавочная стоимость. Ну и Маркс и дальше его последователи вводят такие категории, которые вот я вам на слайде вынесла. Это необходимое рабочее время. Это время, которое нужно для создания продукта. Он, кстати, называется необходимый продукт.
То есть это время, необходимое рабочее время, которое нужно для создания продукта, обеспечивающего воспроизводство самого работника, то есть возмещающего затраты на затраты его рабочей силы и обеспечивающее физическое замещение работника по истечении его работоспособного возраста. Вот, то есть мы определили, что есть необходимое рабочее время и необходимый продукт, который производит работник в это время. Соответственно, все, что за пределами вот этого необходимого рабочего времени, которое нужно как раз для производства необходимого продукта, по стоимости, которая именно обеспечивает воспроизводство самого работника и возмещение затрат его рабочей силы. Но за пределами вот этого необходимого рабочего времени есть прибавочное рабочее время. Вот прибавочное рабочее время – это как раз время труда сверхнеобходимого рабочего времени, и в течение прибавочного времени производится тот самый прибавочный продукт, который приносит капиталисту, капиталу прибавочную стоимость. Ну и вот вы видите определение прибавочной стоимости. Это та часть стоимости товара, которую наемный работник создает сверх необходимого рабочего времени. То есть вот здесь вот вынесено определение, может, они трудно воспринимаются сразу, но вот необходимо это различать. То есть в этом, по сути дела, есть корень теории прибавочной стоимости. То есть есть так называемое необходимое рабочее время, в течение которой наемный работник, иными словами, рабочая сила производит необходимый продукт. И это по стоимости именно обеспечивает воспроизводство самого работника и возмещение, то есть возмещение затрат его, и возмещение затрат его рабочей силы и обеспечивающее физическое замещение работника по истечении его работоспособного возраста. То есть это имеется в виду затраты на семью, в том числе на обучение его детей. Вот это тоже имеется в виду. Соответственно, все, что лежит за пределами вот этого необходимого рабочего времени, когда работник производит необходимый продукт, это все прибавочное рабочее время. Соответственно, в это время производится прибавочный продукт, и вот стоимость этого прибавочного продукта, когда он выносится, соответственно, на обмен, это и приносит капиталу прибавочную стоимость. В чем здесь нюанс такой, как я вам говорила, что в добуржуазных эпохах прибавочная стоимость, ой, я извиняюсь, в добуржуазных эпохах вот это вот такую возможность рабочей силы производить больше, грубо говоря, чем нужно на его воспроизводство, это происходило с помощью эксплуатации, насилия, экономического принуждения, личной зависимости и так далее. А вот что интересно, при капитализме это происходит при полном соблюдении эквивалентного обмена, при обмене рабочей силы на деньги точно по ее стоимости. Почему, когда вот даешь эту лекцию, иногда у многих просто переворачивается сознание, потому что люди так не смотрели на это и не могли видеть это. То есть, казалось бы, все происходит в рамках закона, то есть работник продает рабочую силу, капиталист платит за нее деньги, то есть покупает, и это все происходит именно при соблюдении эквивалентного обмена. А почему такое происходит? Как раз-таки вот я дальше вам расскажу. Итак, первое наиболее простое определение капитала, которое мы можем уже дать, что капитал – это деньги, способные приносить прибавочную стоимость. То есть вот этот шаг от просто денег, как всеобщего эквивалента, на который можно обменять на любой товар, который есть на данный момент на рынке, капитала. То есть капитал – это тоже деньги, и это тоже товар. Но это деньги, которые способны приносить прибавочную стоимость. Ну и вот такая всеобщая формула капитала, которая немножко распадается на этапы. То есть то мы видели это в одной цепочке: деньги, товар, деньги с приростом. А теперь мы рассматриваем это в более сложной форме. То есть вот в этой формуле буква Т
она распадается на процесс производства товара. И в процессе производства товара у нас участвуют два основных компонента. Это рабочая сила и средства производства. И уже сама по себе вот эта формула, это уже не формула денежного обращения, это формула капиталистического обращения. Почему? Потому что, по сути дела, мы получаем так называемый товар со штрихом, который приносит нам деньги со штрихом. А вот что это за товар со штрихом, мы уже это поняли по первым моментам, но далее рассмотрим чуть подробнее. Итак, из чего складывается стоимость уже капиталистически произведенного продукта? Это не просто товар, который выносится на обмен, а именно мы рассматриваем капиталистически произведенный продукт. Это Т со штрихом вот в той предыдущей формуле, то есть процесс производства, в процессе которого мы получаем Т со штрихом. Итак, эта стоимость капиталистически произведенного продукта, она состоит из стоимости средств производства, то есть из постоянного капитала, из переменного капитала, то есть стоимости рабочей силы. Понятно, да, почему переменный капитал? И М – это прибавочная стоимость, которую как раз-таки может принести рабочая сила как одна из составляющих процесса производства. И теперь, что касается самой прибавочной стоимости, как она бытийствует, как она используется, в том числе вот в теоретическом понимании. Итак, мы вот эту загадку поняли. То есть прибавочную стоимость у нас может приносить рабочая сила. Рабочая сила, которая работает за пределами вот этого необходимого времени. И производя прибавочный продукт, и таким образом принося прибавочную стоимость. Норма прибавочной стоимости, или и мы уже можем сказать с полной уверенностью, что это норма эксплуатации. Потому что, естественно, вот этот момент, то есть работа за пределами необходимого времени, это уже, так скажем, момент эксплуатации. То есть если работник согласен, то да. Если, соответственно, не согласен, но надо, или мы это скрываем, то это в любом случае уже момент эксплуатации. Так вот, норма прибавочной стоимости – это, по сути дела, степень способности наемной рабочей силы приносить прибавочную стоимость. И норма прибавочной стоимости или норма эксплуатации выражается как соотношение М к В, то есть соотношение прибавочной стоимости к переменному капиталу. Ну и вот теперь переходим непосредственно к теории эксплуатации, которую в «Капитале» Маркс разработал, и далее его последователи тоже об этом говорили и разрабатывали дальше этот вопрос. Итак, что касается границ рабочего времени и границ рабочего дня в рамках капиталистических отношений. То есть мы поняли, что в этом как раз-таки и есть тот корень, ну, можно сказать, с одной стороны, корень зла для наемного работника, для капитала это корень добра, то есть который как раз-таки приумножает этот капитал и дает постоянно ему самовозрастаться. Это непосредственно рабочая сила, да? Каковы же вот эти границы, как капитал может использовать рабочую силу? Естественно, что вопрос здесь этот решался столетиями, можно сказать, и он решался таким образом. Вот этот вопрос, кстати, границы рабочего дня, как я вынесла на слайде, даже не имеет совершенно жесткого и строгого определения экономического решения в рамках закона товарного обмена. То есть вот экономика не дает четкий ответ, а какие должны быть границы рабочего дня. Почему? Потому что, конечно же, капиталу хочется больше прибавочной стоимости, но погоня за большей прибавочной стоимости приводит к тому, что изнашивается переменный капитал, то есть рабочая сила.
Это может в конечном итоге привести и к определенной тормозу, так скажем, в самовозрастании капитала. Поэтому, с одной стороны, у капитала есть это рвение увеличивать, допустим, границы рабочего дня, да, но это палка о двух концах, в том числе и для капитала. Конечно же, ну, теоретически мы можем сказать, что есть нижние пределы продолжительности рабочего дня и верхние. Нижние пределы продолжительности рабочего дня – это вообще насколько выгодно это капиталу. То есть если за то время, которое работник, наемный работник работает, он даже не производит этот необходимый продукт для того, чтобы воспроизвести себя как рабочую силу, то капиталу и капиталисту вообще нет смысла этим заниматься. Он же не альтруист. Верхние пределы продолжительности рабочего времени мы тоже теоретически можем определить, что это физические человеческие способности. То есть понятно, что если вспомнить историю, то рабочий день когда-то длился и 18, и 14, и 12 часов, да, прежде чем он пришел к 8-часовому нормальному, как мы сейчас знаем, рабочему дню. Но верхний предел, опять-таки, это плавающий момент. То есть экономические законы, в том числе законы товарного обмена, они не могут дать четкий ответ. А какие должны быть вот эти границы, нижний и верхний предел? Мы лишь можем теоретически это как-то каким-то образом определить, зафиксировать. Но а как же практически, а как же на практике-то действовать? Так вот, только через соглашение между наемным трудом и капиталом. И вы сами знаете из истории, что это не просто так далось наемным работникам, наемному труду. Почему? Потому что вот в этой борьбе за, так скажем, границы рабочего дня, а это действительно можно назвать борьбой, многое время выигрывал капитал. Почему? Потому что он в этой схватке, так скажем, был более сильнее. А соглашение между наемным трудом и капиталом только тогда возникает, мирное соглашение, только тогда возникает, когда наемные работники становятся уже более организованными, они могут организованно, так скажем, отстаивать свои права и говорить о том, что границы рабочего дня должны быть вот такими, и требовать даже это. Мы все прекрасно знаем историю и прекрасно знаем, чего стоило добиться 8-часового рабочего дня. Ну и вот фабричное законодательство исторически, это можно сказать такой первый факт, историческое соглашение, законодательное соглашение между наемным трудом и капиталом. Теперь что касается стоимости рабочей силы. Я уже это сказала, вы уже поняли, что, соответственно, стоимость, она именно дается рабочей силой, то есть она производится рабочей силой, и, то есть рабочая сила создает ее. А что же по поводу стоимости самой рабочей силы? А стоимость самой рабочей силы, так как это товар, рабочая сила – это тоже товар, то определяется средним общественно необходимым рабочим временем, требуемым для воспроизводства данного товара, рабочей силы. Вы, кстати, должны были вот это понятие общественно необходимое рабочее время проходить, когда вы проходили вот это противоречие труда. Абстрактный, конкретный труд, частный, общественный труд. Вам, наверное, Александр Владимирович читал эту тему, он должен был говорить об общественно необходимом рабочем времени. Так вот, стоимость рабочей силы Маркс рассматривает так же, как и стоимость любого товара. То есть это определяется средним необходимым рабочим временем, требуемым для воспроизводства вот, рабочей силы в нашем случае. Что же имеется в виду под воспроизводством рабочей силы? Я уже мельком вам это сказала, что это совокупность жизненных средств, необходимых для восстановления, во-первых,
работоспособности непосредственно самого наемного работника и для поддержания жизни его семьи. Но это распадается вот на два таких блока, и вы это видите на слайде. Но вот это вот среднее общественное необходимое количество жизненных средств зависит от множества социально-исторических факторов. То есть как бы да, абстрактно мы сейчас сказали это, но вы должны понимать, что за этим стоит, что вот за этой абстракцией стоит, за среднее общественно необходимым рабочим временем, требующим для воспроизводства рабочей силы. Если мы вспомним только зарождение капитализма и, можно сказать, первых наемных работников, то, наверное, у нас возникнет картинка, что это человек, бедно одетый, можно сказать, еле прикрытое тело, где-то угол в каком-то бараке или в какой-то коморке, можно сказать, все. И 14 или 16-часовой рабочий день. И возможность поспать для того, чтобы утром снова идти на работу. Естественно, что дальше вот эти средние... То есть это в данном случае для данного исторического периода, для данной, допустим, страны, это среднее общественно необходимое количество жизненных средств вот для такого рабочего, наемного работника. Далее, если мы будем смотреть, конечно же, естественно, среднее общественно необходимое количество жизненных средств, во-первых, оно само по себе становится более разнообразнее, ну и, соответственно, оно увеличивается по объему. То есть появляется, во-первых, необходимость и в обучении, то есть в квалифицированном труде. Появляется, ну, возможность, там, я не знаю, улучшить свои жизненные условия, бытовые условия, ну и так далее. То есть, конечно, если мы посмотрим вот это все и придем вот от того работника, который жил в уголочке, может быть, даже не имея семью, а может быть, вместе с семьей и с малыми детьми в этом уголочке, который очень плохо питался и носил обноски, а дети носили одну пару обуви там, на пятерых, то если мы посмотрим на сегодняшнего работника, конечно, среднее общественно необходимое количество жизненных средств сегодняшнее нельзя сравнить с тем. Поэтому, естественно, стоимость рабочей силы, она изменяется со временем. Но вы должны понимать, что вкладывается в это понятие, теоретически, что вкладывал Маркс, в частности, в «Капитале». Ну, вот я просто вам привела картинку для наглядности. Это фотография английских рабочих. Это фотография английских рабочих, если я не ошибаюсь, это шахтеры. Вы видите на первом плане дети. То есть понятно, что детский труд на тот момент, во второй половине 19 века в Англии, был разрешен. И женский труд, и мы все прекрасно знаем, что стоимость женского и детского труда была ниже. Хотя мы не можем сказать, что, возможно, за это время они производили меньше необходимого продукта. То есть вот такие моменты эксплуатации были. Далее идем. Значит, что касается цены рабочей силы. Естественно, что цена рабочей силы, она может отклоняться от ее стоимости. Может в первую очередь отклоняться от стоимости под воздействием конъюнктуры рынка труда. То есть я сейчас говорю уже о более, так скажем, времени, приближенном к нам. То есть от колебания спроса и предложения на рабочую силу, цена рабочей силы может отклоняться от ее стоимости и не равняться ее стоимости. Теперь еще один очень тонкий момент, который нужно понять. Это то, что заработная плата, которую получает наемный работник, это не есть плата за труд. Вот это понимание, это корни неверно. Вот то, что я вначале начала почти с первого слайда, то, что рабочая сила, мы говорим, что это товар специфический, который приносит вот этот прибавочный продукт, эту прибавочную стоимость, это не труд сам по себе, а способность к труду, то есть это рабочая сила. Вот это очень тонкий момент.
И, кстати говоря, это тот момент, которым многие оправдывают капиталистов-работодателей. В чем он заключается? Как я вам уже сказала, что способность работника трудиться в течение определенного времени достаточно для производства как необходимого, так и прибавочного продукта. То есть работник может помимо необходимого продукта по стоимости, который равен воспроизводству его сил как рабочей силы, как товара, он может еще производить прибавочный продукт. Так вот, в данный момент, если мы представим этот процесс производства, да, необходимого прибавочного продукта, оплачивается не труд, а рабочая сила, то есть способность работника трудиться в течение определенного времени. Вот это очень важный момент, который нужно понять. Итак, оплачивается способность работника трудиться в течение определенного времени. Почему рабочая сила и труд, они очень взаимосвязаны, но их нужно различать? Потому что рабочая сила потребляется в процессе труда. Труд – это процесс. Рабочая сила – это способность работника трудиться в течение определенного времени. И рабочая сила, она потребляется в процессе труда. Поэтому, если посмотреть вот так на поверхности, то кажется, что покупается труд, что капиталист покупает труд. И это создается видимость, в том числе, вот когда мы получаем заработную плату, то есть наемный работник получает заработную плату, кажется, то есть вот на поверхности кажется, что платит не, вернее, наоборот, кажется, что платит-то как раз за все рабочее время или за весь созданный им продукт. В то время как платит не за время и не за продукт, а только за способность к труду, то есть к рабочую, способность к труду за рабочую силу. То есть вот это нужно понимать. И это очень тонкий и важный момент. И как раз-таки, если мы говорим о, так скажем, таких формах, как превратная форма, вот многие используют марксисты, это в том числе современные марксисты, вот это вот понятие, как превратная форма. Так вот, наемный рабочий получает в обмен на свою рабочую силу заработную плату, как превратную форму стоимости рабочей силы. То есть заработная плата, по сути, это превратная форма стоимости рабочей силы. Но на поверхности это создает видимость, что работнику платят за все рабочее время или за весь созданный продукт. Но, как мы понимаем, это далеко не так. Далее. Теперь мы можем подойти к уже определению капитала по версии Маркса. И капитал здесь можно определить двумя способами. Это и то, и другое верно, и мы и то, и другое с вами рассмотрели. Значит, во-первых, капитал – это самовозрастающая стоимость, как мы определили. То есть капитал отличается от обычных денег, так как величина его стоимости не остается неизменной. Она постоянно испытывает тенденцию к возрастанию. И второй момент – капитал – это производственное или, можно сказать, общественное отношение, в которое вступает собственник средств производства и наемный работник. Его результатом вот этого отношения является создание работником прибавочной стоимости, которая присваивается собственником средств производства. Вот это два определения, одно более узкое, другое более широкое, но все, то и другое верно и определяет капитал вот в том смысле, как дает его Маркс. Теперь есть еще такой момент, хотя это уже углубление, и Александр Владимирович меня просил, в принципе, остановиться на этом, но я дам чуть дальше, потому что, возможно, кого-то это зацепит, кому-то будет интересно, и кто-то это почитает поподробнее. Итак, мы выяснили, что капитал обеспечивает свое возрастание путем производства прибавочной стоимости. Прибавочную стоимость эту приносит
никто иной, как рабочая сила. Рабочая сила, способность к труду наемного работника, которая способна производить не только необходимый продукт, но и прибавочный продукт, то рабочее время, в которое он работает. Соответственно, если прибавочная стоимость есть, и если капиталист ее нащупал и понял, как она появляется, то, как я уже сказала, у него появляется желание, чтобы этой прибавочной стоимости было больше. То есть как сделать, чтобы ее было больше? Как сделать так, чтобы капитал постоянно самовзрастался? То есть этот процесс был постоянен и приносил все больше и больше прибавочную стоимость. Конечно же, на первых порах была единственная возможность производства, так скажем, прибавочной стоимости, это путем удлинения рабочего дня. То есть удлинение рабочего дня вот за пределы того необходимого времени, когда работник производил необходимый продукт. Естественно, что это было самым простым способом, самым примитивным способом, но на тот момент, ну, кстати говоря, это используется и сейчас, но, так скажем, на начальном этапе развития рыночно-капиталистических отношений это, по сути дела, был единственный способ. Вы чуть позднее на следующем слайде поймете, почему. Но, как опять-таки я уже говорила, что капитал, он не может длительное время основывать свое как бы развитие, свое самовозрастание только на том, чтобы удлинять рабочий день за пределы необходимого времени. То есть будет происходить истощение наемной рабочей силы, а это уже грозит капиталу тем, что вообще не будет никакой прибавочной стоимости. И вообще нормальное воспроизводство капитала не будет. Так вот, производство вот этой прибавочной стоимости путем удлинения рабочего дня, это называется абсолютной прибавочной стоимостью. А вот дальше есть такой момент, что капитал и капиталист приходят к пониманию того, что нужно каким-то другим способом получать прибавочную стоимость, а может и большую прибавочную стоимость, чем вот предыдущим способом, только увеличивая рабочий день за пределы вот этого необходимого рабочего времени. Ну и что в этом случае можно сделать? А в этом случае нужно изменять величину необходимого рабочего времени. То есть не увеличивать рабочий день за счет прибавочного времени, а ну, как бы величину необходимого времени изменять в сторону уменьшения, чтобы соотношение между величиной необходимого и прибавочного времени сохранялось. Так вот, относительно прибавочная стоимость, это как раз прибавочная стоимость, которая производится путем сокращения необходимого рабочего времени. Ну, а это можно производить каким путем? Я вот вам на слайде уже показала это. Это необходимо менять условия производства, естественно. Увеличивать производительность труда. За счет этого можно уменьшать необходимое рабочее время. То есть, если изменить условия труда в сторону улучшения, то есть улучшить условия труда наемных работников, если увеличить их производительность за счет увеличения их квалификации или за счет новых технологий, более современных, применяемых на производстве, то можно уменьшить необходимое рабочее время. То есть рабочий наемный будет за меньшее время производить ту же стоимость. И, конечно, капиталу это тоже интересно, и относительно прибавочная стоимость тоже стала интересна. Так вот, по сути дела, для капитала становится принудительной необходимость применять технические нововведения. То есть капитал, как я вам на слайде с восклицательным знаком дала, капитал становится горячим поборником технического прогресса. Но не потому, что он хочет сделать обществу благо, а именно потому, что это в том числе принесет ему относительно прибавочную стоимость.
Вот этот момент я вам хотела сказать, такой дополнительный, относящийся к этой теме труда и капитала. Ну и еще, наверное, один момент, который тоже важен, это формальное и реальное подчинение труда капиталу. Понятно, что с развитием капитализма развивается у нас и техника, технологии, двигается научно-технический прогресс. Ну вот причину я вам сказала. То есть относительно прибавочная стоимость капиталисту нужна, поэтому капитал и капиталист, он всегда будет за это. Естественно, что все начиналось с меньшего, если говорить о развитии капитализма. То есть вначале мы говорили о кооперации, о простой кооперации, то есть как капитализм зарождался. Сначала простая кооперация ремесленников. Ну, конечно, не везде, это я утрирую, просто чтобы быстро вам показать вот эту цепочку. То есть просто кооперация, простая кооперация, например, вокруг купца, который покупал у этих ремесленников продукты их труда, в том числе давал денег взаймы там на материалы и так далее. То есть уже происходит такая минимальная кооперация. Дальше появляется уже мануфактура. Конечно, основой мануфактуры в большей степени являлся уже какой-то продукт, да, производство которого разделено на определенные этапы. Но мануфактура уже, так скажем, уже работника делает не таким универсальным. То есть если ремесленник, он, по сути дела, мог делать продукт от и до, ну, конечно, разные ремесла бывают, но в большинстве своем, то, например, работник мануфактуры, он мог выполнять уже конкретную функцию. Так вот, если мы дальше шагнем и придем к появлению машин и к появлению фабрики, а фабрика, вы знаете, да, это производство, которое основано на системе машин. А так там работник еще больше получается таким, ну, по сути дела, работник, он выполняет какие-то определенные функции. И он не является тем универсальным ремесленником, который может выполнять процесс производства от и до. Так вот, вот это вот изменение работника, это изменение в том числе подчинения труда капиталу. То есть, когда мы говорим о простой кооперации, когда ремесленники, так скажем, собирались вокруг купца, скорее купец просто их напросто привязывал к себе, то это, можно сказать, что это формальное подчинение труда капиталу. То есть формальное подчинение труда капитала, вы видите на слайде определение, это такое подчинение труда, которое определяется капиталистической формой процесса производства, то есть капиталистическими производственными отношениями. То есть вот мануфактура, с одной стороны, это тоже формальное подчинение труда, но уже более жесткое. Если ремесленник, который просто-напросто связан еще с купцом, тем, что купец покупает у него его продукт и дает деньги взаймы на какие-то там средства производства или на какое-то сырье, то в мануфактуре уже более, так скажем, сильное формальное подчинение труда капитала. Здесь усиливается производственное отношение и вот эта зависимость труда от капитала, потому что из мануфактуры уйти, конечно, наемный работник может, и может даже научиться полному процессу производства чего-либо, но уже сложно. А когда мы говорим о фабрике, то там уже человек не просто формально подчинен труду, потому что это определенное отношение между наемным трудом и капиталом, но он еще и подчинен, по сути дела, тем техническим средствам, тем машинам, которые являются средствами производства. И вот это уже реальное подчинение труда капиталу. Вы видите это определение на слайде. Реальное подчинение труда капиталу
Это такое подчинение труда, которое помимо характера капиталистических производственных отношений определяется также и самим характером процесса производства, превращением наемного работника в придаток машины. И здесь уже получается, что помимо формальное появляется реальное подчинение труда капиталу, то есть наемный работник получается не просто связан капиталистическими производственными отношениями с капиталом, но он является еще придатком машины, то есть техническим подчинением человека вот этому движению вещественных элементов постоянного капитала, то есть средств производства. И, конечно, в такой ситуации, но это достаточно противоречивая ситуация, это уже, по сути дела, наше с вами реальное время, каждый на себе испытывает, и сейчас тоже это. Естественно, что сейчас есть какие-то другие нюансы, но вот этот момент, то, что с одной стороны реальное подчинение капитала, оно сужает функции человека. То есть человек, он, грубо говоря, знает, как прикрутить только две гайки там, к чему-то. Все, он выполняет только эту функцию вот в этом процессе производства. Больше другого он ничего не выполняет. По сути дела, ему ничего другого и не нужно знать. Он вот в этой цепочке только выполняет это. То есть помимо того, что он привязан к капиталу вот этими капиталистическими производственными отношениями, как наемный работник, с другой стороны, он еще и реально подчиняется капиталу как придаток машины, потому что, естественно, все средства производства и современные там технологии, они принадлежат собственнику средств производства. Но тут другая сторона медали. Хотя и вот эти функции, они узкие, по сути дела, человек может выполнять только их, но получается, что у него есть возможность научиться выполнять и другие какие-то узкие функции, не обязательно это. Это можно переобучиться и перейти выполнять другие функции. И получается, что человек, с одной стороны, конечно, реальное подчинение капиталу существует, но есть такой момент, то, что человек может перейти и, там, допустим, выполнение каких-то других функций. Но, тем не менее, он все равно остается зависимым от, ну, так скажем, он остается придатком машины. Ну и последнее вот на слайде, то, что я вам дала, что постоянные технические перевороты в системе производства становятся основой для извлечения относительной прибавочной стоимости. И тем самым превращается в принудительный закон развития производства, основанного на капитале. То есть, да, действительно, если мы посмотрим, по сути дела, технический переворот, когда только-только начали зарождаться машины, то, кто, к чему мы сейчас пришли, это по историческим меркам, это не так, не такой большой период времени. Мы сейчас находимся, ну, не мы конкретно в России, да, в целом мир находится на шестом технологическом укладе, да, и мы говорим о там, нанотехнологиях, когнитивных технологиях и так далее. Сейчас вообще говорим уже об искусственном интеллекте. Но вот эти технические перевороты в том числе становятся так называемым принудительным законом развития производства, основанным на капитале. Потому что благодаря этому капитал извлекает относительную прибавочную стоимость. Ну и как затравку к следующей лекции, которую вам будет читать Александр Владимирович, я просто один слайд дам и на этом завершаю сегодняшнюю лекцию. То, что, конечно же, я вам сегодня рассказала о теоретических основах, то, что заложено в капитале, то, что как бы откуда рождается эксплуатация, теоретически, как вывел это Маркс, как он это представил, как он формулирует капитал, как он выводит это. Вот, и в логике развития товарно-денежных отношений, далее рыночно-капиталистических отношений. Конечно же, сейчас формы эксплуатации и методы эксплуатации, они изменились. Но
Они изменились, есть разные формы. И если говорить коротко, то Александр Владимирович вам более подробно будет давать. То, с другой стороны, остались и те методы и формы, которые были еще и во времена Маркса, и даже раньше. И некоторые, в том числе и не только капиталистические формы, а феодальные тоже. Ну вот вы видите их короткое перечисление. Это формы и методы эксплуатации, начиная от рабских форм личной зависимости, классические формы капиталистической эксплуатации промышленных рабочих, они никуда не делись. Различные методы генерирования, присвоения монополистической прибыли, вот это новая форма эксплуатации, которая порождена глобальным капитализмом. Потому что если мы говорим о глобальном капитализме, то если мы являемся страной полупериферии или периферии, то мы хотим того или нет, мы мало того зависимы от капитала нашего национального, но есть еще и эксплуатация глобального капитала нашей территории, так как мы получаемся некоторым придатком периферии вот этой глобальной системы. Ну и еще новым моментом является, конечно, эксплуатация творческой деятельности, потому что творческая составляющая в разных видах деятельности она сейчас увеличивается. То есть, во-первых, появляются творческие профессии, во-вторых, творческая составляющая в разных видах деятельности, даже если мы говорим просто о рабочих, она сейчас больше, чем была раньше. Так вот, каким образом происходит эксплуатация творческой деятельности? Это такие же методы и формы, как классические формы капиталистической эксплуатации промышленных рабочих, или это какие-то другие формы? Здесь мы говорим о прибавочной стоимости или мы говорим уже об интеллектуальной ренте, когда мы говорим об эксплуатации творческой деятельности. Ну вот такие интересные вопросы, которые Александр Владимирович вам расскажет на следующей лекции. А на этом я позволю закончить нашу лекцию, и теперь я готова ответить на ваши вопросы, если таковые будут. Я, наверное, пока презентацию не буду выключать, мало ли, может быть, нужно будет перелистнуть на какой-то лист презентации. Пожалуйста. Так, Александр, я не буду фамилию называть, я думаю, что вы у нас один. Александр, пожалуйста. Наталья Геннадьевна, большое спасибо за вашу лекцию. Вот такой вопрос, конечно, немного не совсем по теме он, но тем не менее, вот если мы рассматриваем теорию Чаянова, в частности, формы самоэксплуатации, то, что вот он в своих работах разбирал, не могли бы вы подсказать, что ведь можно было по этому поводу еще почитать, кроме самого Чаянова? И второй момент. Можно ли вот это формальное подчинение труда капиталу здесь рассматривать, когда крестьянин, скажем так, подчиняется не конкретному капиталисту, а формам, скажем так, вокруг него, то есть к капитализму как таковому? Такой вопрос. Да, я поняла, у вас вопрос не о промышленности, а о сельском хозяйстве. Значит, в этой сфере есть свои нюансы. И что касается этой сферы, я вам могу подсказать некоторые труды, кроме Чаянова, и, может быть, даже более современные работы. Вы знаете, вы напишите мне, пожалуйста, запрос на мою электронную почту. У меня такая простая почта TETN. 4 буквы. Татьяна, Елена, Татьяна, Наталья, собака, Яндекс.ру. Напишите мне запрос, чтобы я не забыла и не упустила это. Я вам подскажу, где можно почитать более современные работы. И этот взгляд, так сказать, более современный. Что касается формального подчинения трудам в сельском хозяйстве, скажите, пожалуйста, вы все-таки говорите о каком периоде историческом? То есть мы говорим о капитализме? Да. То есть мы говорим о капитализме классическом, не сегодняшнее даже капиталистическое хозяйство, да? Да, да, совершенно верно. Угу. Ну, вы знаете,
Мне кажется, я, честно говоря, не специалист по сельскому хозяйству, я просто сейчас пытаюсь вот напрячься и понять, в чем может быть разница от промышленного производства и от наемного работника в промышленности. Вы знаете, наверное, если мы говорим о не о капиталисте, а, допустим, о каких-то объединениях рабочих, вы ведь это имели в виду? Или А, нет, все-таки об отдельных, работниках, ну, вот именно то, что вот рассматривал форму как самоэксплуатация чаянов, вот именно как отдельные, ну, условно говоря, отдельные фермеры, отдельные крестьянские хозяйства, а не как объединение. Вы знаете, это, по сути дела, аналог можно привести, на мой взгляд, это очень схоже с тем, как зарождался капитализм вообще. То есть, смотрите, ведь товаропроизводитель, если мы говорим на начальном этапе, да, он, по сути, тоже сам себя эксплуатировал до момента, когда вот этой прибавочной стоимости ему хватало на то, чтобы уже содержать себя, свою семью, ну и, соответственно, это производство, да, и не работать непосредственно на производстве, а выполнять функцию управления, ну, грубо говоря, быть капиталистом в полном мере этого слова. Мне кажется, это вот похоже на тот момент. Я бы не назвала это самоэксплуатацией, наверное. Вот это очень схоже с зарождением действительно товара производства и первых товаропроизводителей, которые являлись, с одной стороны, и собственниками, так скажем, да, владельцами денег, а с другой стороны, они тоже работали на производстве этого товара, пусть простейшего. Я не знаю, насколько это можно назвать самоэксплуатацией, честно говоря, не знакома близко с этой теорией, но я бы самоэксплуатацией это не назвала. Спасибо большое, спасибо. Пожалуйста, еще вопросы, если есть. Наталья Геннадьевна, тут просит перелистнуть презентацию на определение относительной прибавочной стоимости. Ага, это в чате, да? Да. Так, принесите презентацию. Да, она сейчас перелистну. У меня почему-то какие-то задержки с перелистыванием. Вот этот слайд, наверное. Только относительную или абсолютную? Если Да, абсолютная, все верно. Нет, до этого было все верно. Да, кстати, по поводу презентации, я эту презентацию могу выслать вам для того, чтобы вы ознакомились более подробнее. Там есть в том числе и литература рекомендуемая, что почитать по этой теме в общем. Вот, только единственное, что мне нужен какой-то мейл один, куда я могу это выслать. Наталья Геннадьевна, а можем мы разослать рассылкой Да, следующей? хорошо. Так и слова, это хорошая идея, так и сделаем. Просто перелистнуть нужно было. Вопроса никакого не было, просто перелистнуть. Да. Так, хорошо, скажите, пожалуйста, есть ли еще вопросы? Вопросов больше нет, вроде никого. Ну вот, я надеюсь, что лекция была, с одной стороны, не очень сложной, а с другой стороны, не очень простой. Вопросов нет. Мне немножко, конечно, жаль. Значит, что касается дальнейшей лекции, она будет через неделю, и это будет продолжение темы наемного труда, эксплуатации, но уже ее современных форм в капитализме 21 века. Спасибо вам за внимание. Я надеюсь, эти знания вам пригодятся. Если кому-то что-то напомнили, по-моему, это тоже хорошо. Спасибо вам большое.